Добрый вечер, Воронеж. I have something to tell you. That you hear me speaking, but I cannot see. Unfortunately, I went to a doctor today. I got diagnosed that my vocal cords are inflamed so badly that I really cannot sing tonight. Дамы и господа, у нас печальная новость. Мы до конца пытались это шоу сохранить и провести его, поэтому оно затянулось. Мы ездили с Тарей к доктору, но, к сожалению, у нее просто не смыкаются связки, и она не может петь вообще никак. Мы хотели сократить программу, но, к сожалению, она не может начать даже одну песню исполнять. I just want you to know, everybody, that we came here for this. You came here for us, we came for you. And I hope that they will be on next time. Да, Тарья просто хочет сказать, что мы приезжаем к вам в город специально, чтобы увидеть вас, и вы приходите на концерт Тарьи, и это действительно большое огорчение для всех музыкантов, что концерт не может состояться. Она очень надеется, что в ближайшее время появится информация о каких-то дальнейших концертах в Москве, но, к сожалению, сейчас вот у нее есть справка, которая говорит о том, что она просто не может петь. And there is something else we would like to sign for you, autographs, if you would like to stay. Да, сейчас мы хотели бы провести автограф-сессию, она будет проходить вот там, вот в том зале, где бар. Все, кто хочет, может организованно выстроиться в очередь, и музыканты вам подпишут все, что нужно. Спасибо за внимание.